Здравствуйте, дорогие зрители! Рада приветствовать вас на своем канале. Мы находимся в Киевской области, город Макаров, 2022 год. Ну, друзья, год сам за себя говорит, что вовремя проводить все мероприятия по клубнике нам не удалось, и первую обработку мы проводили практически уже перед цветением препаратом Хорус. Ну, конечно, нужно было проводить в начале вегетации первую обработку бордоской жидкостью. После, как только появились новые листочки, это хорус или строби. Также через несколько дней я провожу обработку калипсо, препарат от жука, который поедает цветы. Следующая обработка через 7-10 дней свитч, фунгицид 8 грамм на 10 литров воды. Перед цветением, как я уже сказала, обработка хорус, также можно топаз или квадрис. И после цветения препарат свитч. Также перед цветением обязательно нужно провести обработку нисаран от клеща и через 30 дней повторить. После сбора урожая повторяем все обработки фунгицидами обязательно. Это квадрис, свитч, фалькон, метанил, хорус. И добавляем в один бак от вредителей энвидор или октофит конфидор. В поздний осенний период применяем редомил голд для лучшей перезимовки от болезней. Также в один бак по периодам вызревания и созревания в начале вегетации по листу добавляем мегафол 25 грамм на 10 литров воды и брексил мульти. Это начало вегетации. Также обязательно плантофол 30-10-10 НПК. 1-2 обработки, интервал 7-10 дней. После цветения также добавляем в баковую смесь мегафол, опять брексил мульти и плантофол НПК 20-20-20. Также 2 обработки до появления завязи. Когда появилась завязь, добавляем в один бак максикроп завязь, плантофол 5-15-45 и брексил кальций 5 грамм на 10 литров воды. 3 обработки практически до сбора. И никаких проблем у нас с клубникой не будет. Как видите, даже на второй год клубника, кустики ведут себя прекрасно. Это первый год плодоношения. Весенняя верх, где более активно развита листовой аппарат, это была весенняя посадка, а внизу осенняя посадка, но также есть плодоношение. Очень прекрасная завязь. Ожидаем ягодку. Несмотря ни на что, будем пробовать и радоваться нашим урожаем. Ну что ж, мои дорогие, обязательно подписывайтесь на мой канал. Будем вместе наблюдать за развитием наших кустиков. И впереди будет еще очень много интересного и полезного. До новых встреч. Пока-пока, мои дорогие.